Огромный привет, с вами Свитен, и я нереально рада видеть вас на моем канале. Я очень давно не снимала таких вот видео интересных, каких-то креативных. Недавно в своем инстаграме я провела опрос, хотите ли вы видео о том, чтобы я критиковала ваши инстаграмы, говорила, какие фотографии мне нравятся, какие не нравятся, что добавить, что оставить, и в чем ваши плюсы и минусы. Ребят, прежде всего хочу сказать, что я абсолютно не какой-то инстаграмер известный, и, наверное, для компетентности я решила посмотреть видео других блогеров, как они комментируют такие подобные в подобном роде, вот. И, наверное, чтобы быть максимально честной, для начала давайте посмотрим мой инстаграм. Здесь выскочит фотография, вы посмотрите. Я веду свой инстаграм в стиле лайфстайл, и вообще я предпочитаю такие инстаграмы, поскольку считаю их наиболее живыми, наиболее классными. Но отдаю предпочтение инстаграмам с идеей, чтобы фотографии были идейными, но я не очень люблю профили в одном стиле, потому что я считаю, что подгонять все фотографии под один стиль иногда бывает несколько неуместно, но, в принципе, это лично мое мнение. Сегодня я дам чисто свою оценку. Вы можете как обращать, так не обращать на мое мнение внимания, но давайте не будем долго тянуть, уже поехали. Первый профиль, который я выбрала. Кстати, сегодня будет 5 профилей. Я выбрала из всех тех, кто поставил плюсики. Кстати, спасибо всем большое. Первый профиль будет MC Анастасия. Настя, очень красивый у тебя профиль. Мне понравилось, особенно последние твои фотографии. Самая креативная фотография. Давайте я сейчас выставлю те фотографии, которые мне нравятся больше всего. Это будет, наверное, 2 штуки. И, как вы видите, вот здесь будет фотография, в которой я выставлю, знаете, крестики и галочки. То есть это фотографии, которые мне нравятся, которые не нравятся. Давайте сначала, когда мы заходим на твой профиль, мы видим прекрасный ник MC Анастасия. И вот такое вот маленькое описание, I'm strange. И что-то, профиль without style XV. Вот так. Фотографии мне твои абсолютно нравятся, но те, что не нравятся, я скажу, почему не нравятся. Ну, не знаю, вот, к примеру, если взять вот эту вот фотографию с пузыриками, ну вот, не знаю, несколько она мне кажется странноватой. Она как бы не сильно гармонирует с остальными твоими фотографиями. И та, что возле бассейна. Слишком она темная и не сильно видно твое выражение лица, просто как бы силуэт и воду. Вот если бы я была... Ну, вообще, абсолютно неплохой инстаграм, очень красивый. Ну, вот даже фотографии, вот последние, особенно твои фотографии, не очень идейные, и они мне понравились. То есть, если давать оценку, то я бы тебе поставила из 5, наверное, 4. Потому что тебе есть куда стремиться. И абсолютно... Вот если ты будешь вести вот так, как ты ведешь его в последнее время, то 5 в следующем видео тебе обеспечена. Итак, следующий инстаграм я взяла Сикула Надия. Да, всех этих ребят я знаю. И я хотела их взять, потому что, ну, чтобы быть наиболее честными. В твоем профиле мне не нравятся 2 фотографии. Сейчас ты увидишь, какие они будут. Первая будет вот это там, где ты с вот таким вот, как это называется, лупа. Просто у тебя они все такие живые, яркие, а эта фотография тоже немножечко не гармонирует со всеми остальными. Ну и вот это вот та, что с каким-то барбарисом или что это такое. Ну вот, не знаю, мне как-то не сильно нравится здесь твое выражение лица, и фотка по сравнению с другими, она немножко блекленькая. И в описании твоего профиля стоят пару смайликов. Я бы добавила тебе описание твоего профиля, я бы советовала тебе выкладывать больше фотографий, и выкладывать как можно больше твоих красивых работ, потому что я знаю, ты художница, и твоему инстаграму я бы тоже поставила 4 балла из 5. Вот так. Следующий профиль будет Дарина Карпенко. Ну, что можно сказать? В описании профиля стоит твоя ссылка на твою страничку ВКонтакте. Я бы добавила тоже описание подробнее. И, знаете, вот у меня написано в моем описании моего профиля «Очень эмоциональная девочка». Можно тоже вот такие вот маленькое предложение, и чтобы оно было кратко, но очень-очень о вас. Даша, вот из всех твоих фотографий мне не нравится вот одна. Ты увидишь, какая. Ну, в принципе, я была свидетелем всех этих фотографий и даже была фотографом отчасти. Но вы, чтобы вы не сказали, что это как-то подсуживаю я, мне действительно есть фотография, которая мне не очень понравилась. И вот если просто
брать. Они у тебя тоже идеи, потому что идеи мы придумывали вместе, или ты брала какие-то идеи сама. Я бы на твоем месте тоже влаживала как можно чаще фотографий. И вот, если у тебя селфи, то чтобы они были немножечко покреативней. А так, в принципе, 4 с плюсом. Я тебя поздравляю. Итак, следующий профиль у нас им Владка. Хочу сказать, что мне очень нравится твой стиль. Я не люблю фотографии, как я сказала уже, как в каком-то там цвете, но у тебя фотографии идейные. Мне нравится, что у тебя в твоем профиле стоит описание твоего профиля, что тебя зовут Влада Навык, тебе 15 лет, ты из Украины, веришь в единорогов и любишь путешествовать. Я считаю, что это очень интересная задумка. Из всех твоих фотографий мне не нравится тоже только одна. И то, ну, я даже когда смотрела твой профиль, думала, ну, просто все фотографии, на них постоянно хочется смотреть и их как-то сохранять. А вот это, ну, такая, несколько, ну, такая, сероватая. Я бы на твоем месте, если, ну, если хочешь, ты можешь ее удалить. Ну, мы когда-то с тобой даже разговаривали на эту тему. То есть все фотографии очень яркие, очень прикольные, с идеей. Тебе я ставлю 4 с плюсом. И последний инстаграм будет у нас Лиза Файн. Лиза, мне тоже нравится большинство твоих фотографий. У тебя написано в описании Лиза Зубарева. Я бы тебе тоже посоветовала добавить несколько описаний твоего профиля. И из всех твоих фотографий мне нравится только одна. И, ну, вы сейчас все видите. Ну, потому что все фотографии, они как-то, ну, хотя бы более-менее гармонируют между собой. Они такие яркие, даже если они выполнены в стиле лайфстайл, то они гармонируют между собой. А эта черно-белая, она как бы выбивается из всей этой картины твоих фотографий. Ну, а так, фотографии у тебя все прикольные. Вот это особенно мне нравится с Кока-Колой, тоже такая вот прикольная идея. Да, и просто тоже тебе посоветую, вылажу чаще фотографии и делай побольше фотографий, вот как, в принципе, как было с вот этой вот Кока-Колой, чтобы была в фотографиях какая-то вот задумка и идея. А так, профиль у тебя тоже достаточно неплохой, мне он тоже по душе. Тебе я тоже ставлю 4 с плюсом. Вот, ну, вот таким вот было это видео. Надеюсь, вам понравилась моя критика, надеюсь, она была конструктивной, и вы не будете ко мне слишком придираться, потому что это было первое видео. Если вы хотите попасть в следующее видео, то внимательно следите за моим инстаграмом, ссылочку, которую я оставлю в описании, и на всех этих ребят, которые попали в сегодняшнее видео, ссылочка тоже будет в описании. Но я вас очень сильно люблю, целую, обнимаю, и спасибо, что поддерживаете меня, что голосуете. И если что, если я вам что-то сказала не так, не обижайтесь, тоже, как я уже говорила, это абсолютно только мое мнение. Но я вас очень сильно люблю, целую, обнимаю, и всем пока-пока!